День Победы уже прошел, но его празднование продолжается. В гимназии номер 16 «Интерес» состоялся торжественный митинг, посвященный 76-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Как вспоминали о подвиге героев, подаривших мирное небо, расскажет наш корреспондент. На торжественную линейку, посвященную Дню Победы, ученики 16-й гимназии пришли не одни. В руках портреты людей, благодаря которым существует этот священный праздник. Это мой прадедушка. Он воевал на танке. Он не ехал на Берлин, а он охранял Россию и прошел войну. Для каждого из ребят держать портрет родственника фронтовиков в этот праздничный день – большая честь. И каждый понимает, почему важно рассказывать о своих героях. Чтобы никогда не забывали об этих днях, когда победили врагов. И чтобы такое не повторялось. Они защищали свою родину. И они очень важны для нас, потому что они умерли. Они защищали нас. День Победы в 16-й гимназии ждут с особым трепетом. Подготовка к нему начинается задолго до 9 мая. Это видно по творческим номерам. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. 76-й год мы встречаем без войны. И мы не устаем благодарить тех людей, которые принесли нам мир. На торжественный митинг пригласили людей, которые знают, что такое война не понаслышке, и видели ее своими детскими глазами. В конце праздника к ним выстроилась очередь желающих подарить цветы и лично поздравить с Днем Победы. Вот это увиденное просто вот всколыхнуло все. Это у нас не первая встреча в этой школе. Мы постоянно сюда каждый год приезжаем. И вы знаете, год от года вот эти встречи просто вот поднимают и настроение. И не чувствую возраста своего. Все прекрасно. День Победы, как он был от нас далек. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.